Студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин представляет «Веление вознесенных владык». Я яркий новый день встречаю для жизни, для великих дел, и светом все преображаю в желании лучших перемен. Освободи меня от недоверия и от невежества, освободи меня. И силою святого повеления во свете истины ты удержи меня. Я яркий новый день встречаю для жизни, для великих дел, и светом все преображаю в желание лучших перемен. Освободи меня от недоверия и от невежества, освободи меня. И силою святого повеления во свете истины ты удержи меня. Я яркий новый день встречаю для жизни, для великих дел, и светом все преображаю в желании лучших перемен. Это веление вознесенных владык из книги Натальи Борисовны Правдиной в ее переводе с английского языка.